Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Расскажите про вашу компанию и цели присутствия вашей компании здесь на форуме. Здравствуйте, спасибо большое. Меня зовут Дарья. Я представляю холдинг «Нижегородский», группа компаний, которая включает в себя несколько направлений. Мы являемся производителем первого в России спортивного питания протеинового. Конкретно это печенье «Спорте» для всех, кому не безразлично то, как они выглядят и в каком состоянии находится их здоровье. Мы стали выпекать печенье примерно 2,5 года назад, и сейчас оно активно набирает популярность, представлено в ритейле московском и в других регионах России. Помимо этого, у нас открыты магазины спортивного питания, это сеть Muscle Bar называется, пока только в Нижнем Новгороде, но планируем выходить и в другие регионы. А также у нас есть вендинг-оборудование, это кофейные аппараты и снековые аппараты, которые представлены во всех основных точках в Нижнем Новгороде. И помимо типография, полиграфический комплекс, называется он Flyer Online. Соответственно, мы пришли сюда для того, чтобы расширять свои социальные знакомства, связи, контакты, познакомиться с интересными людьми, заключить договора, понять, кому мы можем быть полезны и рассказать немножко о себе. А много ли представителей вашей целевой аудитории здесь сегодня? Да, разумеется, по всем направлениям здесь наша целевая аудитория представлена. Практически каждый гость, каждый участник этого замечательного форума является нашим потенциальным клиентом, а также мы являемся потенциальным подрядчиком и поставщиком. А слушали ли вы деловую программу? Что вам больше всего из нее понравилось? Да, конечно, мы сегодня успели побывать на нескольких мероприятиях. Нам очень понравилось в зале «Б». Мы слушали Вадима Ширяева, прекрасный контент, который позволил нам понять многие вещи, которые важны в сегодняшних тенденциях и трендах. Спасибо большое, не переключайтесь, оставайтесь с нами.